Посмотрите, вот рама в очень дорогом магазине сделана под шеби-шик. Рама. Привет. 135 фунтов она стоит. Посмотрите. Она сделана просто из кусочков дерева. По-разному раскрашенных таких. Ну, немножко на них, наверное, какая-то шпаклевка нанесена специально. Вот такая красота. Я привела вас еще в один магазин. Хочу показать немножко, как здесь у них декорировано под к Рождеству. Но вы знаете, конечно, по сравнению с тем Бизиби магазином, здесь сравнения мало. Но интересно тоже. Вот посмотрите, как интересно декорирован камин. Здесь камин тоже такой, искусственный огонь. Маленькие елочки. И вот этот вот венок традиционный украшает камин. Видите? Который я хочу сделать сама и вам показать. Ну, вот здесь мне не нравится, как он украшен. Вообще, каждому свое, конечно. 44 фунта он стоит. И вот елочка рядом с камином. Очень красивая, тоже заснеженная. Ну, она примерно в тех же, видите, в той же декорации, с такими же бантами. Сейчас я посмотрю цены здесь. Может быть, здесь цены дешевле. Этот магазин называется «Оазис». Он, конечно, тоже украшен уже к Новому году, к Рождеству. Но все-таки, по-моему, тот магазин BZB, он, вне всякого сомнения, намного лучше. Но здесь тоже красиво. Вот посмотрите, елочка. И видите, на ней вот этот снег. Он же сделан тоже самими людьми. Искусственно нанесен на клеевую основу, как я вам и показывала. Интересно. Вот эта белая ель. Это то, что я вам уже тоже объясняла. Посмотрите. Модно сейчас. Вот такие вот очень длинные узкие елки. Не широкие, пушистые, как раньше были у нас, а вот сейчас мода новая. Вот такие длинные, острым конусом. И вот здесь такая же, точно маленькая, продается, видите? Ну, вот она стоит 12,50, что-то как-то дороговато, конечно. Вот она всего лишь 50 сантиметров. Это большая елочка, я не сказала, она стоит 65 фунтов. Merry Christmas. Тоже сейчас модно вешать на елку вот такую надпись. Она сделана из дерева, видите, выпилена. Кто умеет, может сам выпилить. Но, по-моему, слишком сложно. Стоит она 7,50. Нет, сейчас даже со скидкой 5 фунтов. Здесь много сосулек, на удивление. Посмотрите, вот эти очень красивые сосульки. Фунт 50. Здесь внизу сосульки. Вот такие длинные. 4 фунта. И вот эти маленькие. 2,75. Поменьше. Они не маленькие, конечно. И все сейчас со скидками. Видите, 3,2 фунта. Ну, потому что, хотя у нас сегодня всего лишь только 20 число. 20 декабря, но уже похоже, что все определились с елками и все уже елки убрали. Нарядили, я имею в виду. Все равно очень приятно смотреть на эти красивые елки. Посмотрите, какая елка. Она практически как у меня дома, только больше в два раза.
Слава Богу, вчера мне пришла елочка. Вот в такой упаковочке. Вот она такая замечательная. Елочка была зеленая, но так как в этом году у нас, если вы знаете, предпочитают все вот такие заснеженные елки, либо совсем белые. Но совсем белую я вот даже как-то и не хочу. А я себе решила сделать заснеженную елку. Я из зеленой елки сделала вот такую красавицу заснеженную. Не знаю, эффект получился замечательный, просто сейчас на солнце. Ну, покажу вам дальше. Вообще 1,80 м, но она, вы знаете, как-то, по-моему, не 1,80 м, потому что вот эта метелочка у нее наверху. И она, конечно, немножко не такая, как я предполагала. Она жидковата. Ну, то есть мало веток у нее, видите, просветы большие, особенно наверху. Внизу так еще как-то погуще. Ну, ничего, я думаю, что я ее украшу как положено. Все буду вам показывать. И какая она у нас гламурная получится, мы просто с вами увидим все. И вы знаете еще, что интересно, что я просто, ой, горю желанием. Как я жду, не дождусь, когда я буду это все делать. И вот такая вот замечательная елочка у меня в итоге получилась. Посмотрите, друзья. Это вот боа из перьев мое. Красивящее, видите? Это вот банты, ленты. Здесь я немного купила цветы и верхушка вот такая. Все практически сделала своими руками. Но вот только небольшие такие веточки вот я купила. Они все-таки должны присутствовать блестящие. Но я купила их совсем немного. Все остальное я сделала сама. Посмотрите, как выглядит она днем. И еще интереснее эта елка выглядит вечером, когда у нее горят огни. Вам показать вот такую вот гирлянду. Посмотрите. Это гирлянда USB. Видите? Она включается в розетку очень замечательно. Не на батарейках. И вот она с пультом управления. Я ее заказала через eBay. Она стоит 6 фунтов. Вот видите, пульт управления. И вот эта вот гирлянда. Она очень тоненькая. Здесь 30 метров. Я удивилась. Я думала, что мне пришлют огромную, большую. Но вот прислали такую тоненькую. Сейчас я ее буду на елочку свою первым делом накручивать. Это серьезное дело, займет много времени, но постараюсь. Любая елка с огонечками выглядит намного интереснее. И эта гирлянда, которую я вам показала, она, конечно, тоже грандиозно подсвечивает эту елку. Вы знаете, я довольна результатом. Еще открою вам один секрет. Если вы хотите, чтобы ваша елка действительно выглядела гламурно, и последний штрих дополнения, то не украшайте вот этот низ подставку ватой. Вот она у меня немножко низкая елка, поэтому я ее поставила на ящик, да? Вот ящик я закрыла вот такой красивой гламурной шкурой. Это сейчас покажу вам, как она выглядит. Ну, а если у вас ни на чем не стоит, а просто на полу елочка, то можете вот его так подсунуть, будет еще красивее. Это вот такая искусственная шкура. Она мне очень нравится. Я ее использую везде, и для декорации, и вот просто так иногда на кровать на свою бросаю. Очень здорово. Ну и сейчас вот разных цветов, смотря в каком цвете у вас украшена елочка, вот используют вот такую вот вниз подставить на подставочку. Вот такой вот мех. Будет совсем супер. Какую еще красоту я привезла сегодня из леса.
Вот просто супер. Сейчас вам покажу. Он вот такими вот пластами. Это мох. Очень красивый. Бесподобный. Я его просто очень аккуратненько сняла. Вот видите, он прям такими пластами. Его вот так вот. Я его раскладываю. Пусть он пока ровненько лежит, потому что он в теплом месте начинает сохнуть. Но, вы знаете, он, по-моему, даже все равно сохраняет вот эту свою красивую зелень. Я также буду его использовать в декорировании. И вот что у меня в итоге получилось из того мха и шишек, как я декорировала свой камин. Все я делала сама. Это засушенный букет цветов. Шишки некоторые я оставляла некрашенные. Это вот обычный плющ, который я просто позолотила. Листочки, они смотрятся очень великолепно. Ну вот единственное, что я купила, это вот видите серебряную елочку и оленя. Мне кажется, что получилось очень даже неплохо. Посмотрите. Если учесть, что это вообще мох из леса, да? Все из леса. Все самодельное. Но обошлось мне это вот 3 фунта. 2 фунта елочка. И за фунт олень в паундовом магазине. А шарики, как вы знаете, мне подарили целый мешок. Thank you.